Да, и по поводу крапивы. Как зимой давать крапиву? Мы ее запариваем вместе с кормом. Ну или в крайнем случае можно подвешивать вот таким образом. Но минус вот этих вещей, когда подвешиваешь крапиву вот таким образом, они начинают много сбивать, вон она валяется. Понятное дело, они ее подберут, но очень много сбивается листьев и затаптывается просто. Поэтому этот вариант, ну, как крайний, но не самый лучший. Самый лучший вариант — это брать засушенную крапиву, ее разминаешь в корм и запариваем вместе с зерном. То есть мы даем дробленку сухую, вернее, не сухую дробленку, это для подкормки, а так основная масса идет, сухая дробленка запаривается кипятком, можно не совсем крутым кипятком, достаточно 70-80 градусов, чтобы вода была. Пропорции примерно следующие. 0,7-0,8 части воды и одна часть дробленки. Все это перемешивается, как крутая каша получается. Очень удобно. Почему? Потому как ей парится, обычно они парятся 9-10 часов. И после того, как запарилось зерно таким образом, то оно получается рассыпчатое, не слипается в комки. Так вот, в эту дробленку забрасываем листья сухие непосредственно крапивы, и она там запаривается вместе с дробленкой, и получается очень хорошая затея. Рекомендую. Достаточно просто и полезно.